Вызвали такси, идем чуть-чуть вперед. Мороз минус 29. Вернулись опять на рынок Савеловский, чтобы поменять аккумуляторную батарею у меня в телефоне через знакомого дочкиного. Вот здесь много очень ремонтных мастерских, очень большой рынок. Мы немножечко прошлись, я вам не снимала, правда. Значит, аккумуляторная батарея сама стоит 2000, и поменять работа стоит 2000 рублей. И еще как раз мне стекло поставили в подарок. А вы когда меняете свои батареи в айфонах? Интересно просто даже узнать. Сейчас направляемся на массаж. Ждем такси. Это у вас на ноутбуке новый? Вот новый в коробке. Ну, цена за новый, да, нет? Да. Это не новый. А это не новый, да? Да, вот новый в коробке. Ага. Чехольчики. Сваровские есть. Решила взять ярко-розовый чехол под телефончик. Сейчас нам принесут. Кто тут какие-то вот такие вот есть. Ну, тот неплохой, но какой-то вот много цветов мне не нравится. Хочу розовый, ярко-розовый. Где-то есть, наверное. Мне надоело, я не хочу сиреневый, хочу розовый. Уже оделись, приготовились. Ждем такси. Алло. Да, да. Что ты ждешь? Ждем. Зарядка почему? А, у меня только этот новый, как его. Все новое. Все новое. Телефон-то не новый. А, ну да. Вот такие. Я не люблю прозрачные. Мне надоели уже эти прозрачные. Кстати, под планшет, да, вот эти чехлы. Сколько стоит? Да, вот такой вот. Верно, сейчас. 600 рублей, да? Да. Угу. Обновочка. И недорого. Цвет куртки.
такое солнышко. А я очки не взяла. Я представляю, в шляпе, да, и в очках. В шапке и в очках. Ну, это вообще феноменально. Где мое Сочи? Только солнышко здесь от Сочи. Уже ничего. Приехали. Улица Дубровская. Я у вас как это, метро. Метро Дубровка. Выходим. Вот, смотрите, Тайрай, тайский спа. Ага. Мы едем, вообще народу никого. По такому морозу никто не гуляет. Два человека. Плюс праздники. Люди вообще не хотят машины даже заводить, я так понимаю. У меня сестра каждый день ходит, машину прогревает. Говорит, один раз уже что-то там раз-раз, и уже еле завелась при минус 30 градусов. И вот, ну, дорогу вам как-то снимать не очень хотелось полностью, но вот я вам сейчас покажу, смотрите, вообще пустые дороги. Вы бы видели, что творится здесь в будние дни. Тут пробки просто неимоверные. Видите? Ну и плюс праздники новогодние, всегда так, всегда просторно, мало машин, много людей уезжает на море в Сочи, а мы из Сочи сюда, да, отлично у нас получается. Ну, кому как, пишите свои комментарии. Иди, да. Тапочки одели. Выбрали масло. У нас расслабляющий массаж. Поэтому потом расскажу ощущения. Музыка такая играет, прям расслабляющая. Нам сказали, как будут тайчики, сказали слово light, это значит слабее. А сильнее я даже не запомнила. Туалет. Ну ничего, так чистенько. Все, мы раздеваемся, готовимся к массажу и отключаемся на целый час. Пришли в чайную комнату, сейчас будем пить чай. Массаж божественный. Все понравилось, вообще супер прекрасно.
Сейчас покажу вам чайную комнату. Шоколадки, зефирчик, чай. А чай, кстати, какой, травяной здесь заваривают? Знаешь, все в сиреневых тонах, как я люблю. Как ты. Шикардосно все, да. Видите? Музыка такая расслабляющая, вообще супер. Мне понравилось. Кстати, мой массаж 4,5 тысячи стоит, да? У меня расслабляющий массаж. Красный. С маслом. Масло я выбирала манго. У меня масло манго. Супер. А сколько сейчас времени надо посмотреть? Через час как раз. Подожди секунду. Пьем чай, доедем, будет фильм. Хотим в кино сходить еще. В Атриум, да? Mm-hmm. Это у нас на Курском вокзале. Да, тут рядом. Ну что? Всем прекрасного чаепития за наш массаж. Сейчас вкусняшечки возьмем. С медом, что ли? С медом? Сладкий. Он какой-то... Нет, он кисловатый. Там красный чай заварен. Каркаде. И мед, по-моему, или лимон, что-то такое. Мед. Очень вкусный, кстати, чай такой, да? Фруктовый. Угу. Шикарно. Девочки, когда делали последний раз массаж? Напишите. Когда вы делали массаж? Может, кому, девчонка, мужья делают массаж? Напишите. У кого такие умельцы есть мужья? Вообще супер, да? Как выгодно иметь такого мужа, который умеет делать массаж. Все прекрасно. Сейчас мы попьем чайку, вызываем такси и едем на следующую локацию. Опять едем. Едем в кино на «Холоп 2». Уже билет купили. Пока сидели, чай пили. Мороз стоит такой же. Ничего не меняется. Друзья. А время сколько сейчас? 15:51. А мы купили на сколько? 16:25. Ну тут ехать 10 минут. В принципе. Так что кино сейчас пойдем смотреть. Потом что-нибудь покушаем. И потом только едем домой.